Олимпик провел первую тренировку в Турции. В то время как в заснеженном Киеве люди спасаются от холода, Анталия встретила команду Игоря Климовского чистым горным воздухом и 17 градусами выше нуля. 15 января в 17:00 олимпийцы официально открыли турецкие сборы вечерней тренировочной сессией. Поднял настроение одноклубникам Макс Тейшейра, который предстал перед командой с новой эффектной прической. Игорь Климовский обрисовал футболистам план подготовки и пожелал подопечным плодотворной работы в ближайшие 3 недели. Полуторачасовое занятие включало в себя разминку, беговые упражнения, работу с мячами, квадраты и отработку тактических перестроений. Завтра олимпийцы начнут готовиться к возобновлению чемпионата в двухразовом режиме. В процессе сборов в расположении донецкой команды будут приезжать на просмотр потенциальные новички. Свой первый спарринг дончане сыграют 19 января. Соперник – футбольный клуб «Шленск», Ворцлав, Польша. Оставайтесь с нами. Все самое интересное впереди.